вечер всем. Мы сегодня находимся в Международном доме музыки. Прошел великолепный концерт. Мы участвовали партнерами на этом мероприятии. Самое лучшее впечатление, все прошло великолепно, на уровне все было очень красочно и красиво. Поскольку Курбан-Байрам – это жертвоприношение, на этом празднике мы представили благотворительный проект «Дома моды Сахир Рахмани и голова». В основе этого праздника лежит идея самопожертвования и пожертвования ради других во имя веры, любви и сострадания, во имя мира лучшего. И поэтому проект «Голова» присутствует на этом празднике, потому что мы максимально пытаемся помочь детям и тем, кто попал в тяжелую ситуацию жизненную. Мы рады помочь и даже в этот день, в этот праздник, не забывая о них.